5 августа около 5 часов вечера в МЧС на пульт дежурного поступило сообщение о страшной трагедии. На Ореховом озере утонул ребенок. Девочке было всего 7 лет. Выходные, к сожалению, ознаменовались не только этой трагедией. В тот же день, 5 августа, в Путятинском районе из реки Пара очевидцы вытащили тело мужчины. В Барковском карьере ночью субботы на воскресенье утонула девушка. К сожалению, холодное лето помешало рязанцам открыть купальный сезон вовремя. Но теплый август подарил отличную погоду. Все это в комплексе привело к печальным последствиям. Новость об утонувшей на Ореховом озере девочке всколыхнула социальные сети. Точной информации никто из пользователей не обладал. Поэтому новость породила целую волну паники. Нам удалось встретиться со спасателем, который работал в тот день. Он рассказал нам детали, но за камерой. Молодой человек делал обход вдоль берега, когда к нему подбежала женщина. Она кричала о пропавшем ребенке. По словам спасателя, сложно было понять, где именно потерялся ребенок – в воде или на пляже. Через несколько минут стало ясно, что девочка отправилась купаться и пропала. Спасателю даже показали примерное место, где это могло произойти. Первым делом он позвонил в МЧС и потом побежал в воду. Говорит, нырял долго, но найти никак не удавалось. К нему присоединились добровольцы – люди, отдыхающие на пляже. Спасатель пытался найти тело девочки до самого приезда сотрудников МЧС. В результате ему самому понадобилась медицинская помощь. Парня отвели в скорую с переохлаждением. Второй день у него держится температура 38. Но, дрожа от холода, он все порывался помочь бригаде спасателей в поисках тела. В 17 часов 11 минут девочку вынесли из воды. Обстоятельства дела уточняются. От лица Главного управления МЧС России по Рязанской области напоминаю о необходимости строго соблюдения правил поведения на водных объектах. Окупаться в определенных местах, то есть это на пляжах, и следить, не купаться в нетрезвом состоянии, что способствует гибели людей, и обязательно следить за своими детьми. В Рязани 46 пляжей, оборудованных всем необходимым для купания. При входе висят информационные щиты, которые напоминают основные правила поведения на воде. Не стоит ими пренебрегать. Если во время купания вы заметили тонущего человека, то сразу же сообщите об этом спасателям на пляже и позвоните на единый номер МЧС 101.